Еще даже выживает. Смотрите, 74 осталось. Хитпоинта. 74 осталось. Давай. Живи, дружище, живи. Раз, два. Друзья, всем привет, с вами Капанда, добро пожаловать в мой любимый Roblox Tower Battles. Друзья, это исторический момент, это первая моя катка в новом 2019 году. Как вы знаете, мы здесь на днях отпраздновали все вместе здоровенный праздник, Новый год. Так, сейчас я ферму поставлю, подождите, ферму ставим, ее апнем. Поздравляю, друзья, всех с наступившим новым 2019 годом. И сегодня у нас катка посвящена Новому году. Короче, вот здесь, в центре, у нас стоит минимая, здоровенная, офигенская елка. Вокруг нее у нас лежат подарки. Всех расхватываем подарки, расхватываем подарочки. И здесь у нас бегут злые эльфы. Не те эльфы, которые помогают Деду Морозу, соответственно, раздавать, а злые эльфы, которые пытаются забрать наши подарки. Наша цель — защитить нашу здоровенную елку от этих злых эльфов, которые хотят... А, не эльфы, наверное, тролли будут какие-то. Да, будут злые тролли, которые будут у нас собирать наши подарки. И наша цель — здесь от них отбиться. Ну что, рыба-карась, игра началась, полетели. Так, короче, какую я взял колоду? Колоду взял я прям со старого стрима, прям старенькую захотел еще раз ей сыгрануть, она мне очень сильно понравилась. Взял, как обычно, я... ну, понятно, что ферма. Также многие просят всегда взять Зеда. Джипарика взял, самолет и миниганчик. Вот что-то прям захотелось еще раз здесь играть. Так, подожди, нам самое главное здесь булочки не расслаблять. Ну, нашу елку здесь быстро забодают. Так, сейчас я поставлю в помощь джипарика. Обязательно сейчас поставлю. Я вижу, у нас есть тут ФСБшники. Это значит, ну, скауты обычные. И еще так хитро они стоят, мне кажется, что нам хана. Я не знаю, каким макаром, но я буду стараться защищать нашу елку. Но, видимо, будет очень тяжело. Как-то поставили их кривовато. Кривовато их поставил. Ну ладно, я буду пробовать все-таки тащить. Хоть как-то. Так, давайте глянем, кто у нас там на той стороне. Передадим им привет. Здорово, здорово, здорово. Всем, друзья, привет. Так, у них есть джипарики. О, у них есть тоже ФСБшники. И также у них есть снайперы. Но, видимо, у нас силы равны. Силы равны. То есть ФСБшники есть в двух командах, и здесь, и там, скауты. Но я их всегда с ФСБшниками называю, потому что, смотрите, они такие в очках, на ФСБшников похожи. Так, ладненько. Как мы будем дальше действовать? Давайте я поставлю еще одну ферму. Ферму сейчас постараюсь эту... Давай, чуть-чуть, сейчас они бам-бам-бам-бам-бам. Готово, все, ферму я поставил. Теперь нужно вот сюда, аккуратненько, прям под самую елку поставить самолет авиатора. Обязательно нужно поставить. Так, сколько у нас? Капец! 8 рублей, шо ли? 8? Всего восьмерка? Да это вообще ж ни о чем-ка! Эх! Грусть, печаль и огорчение, ладно. Кстати, друзья, я только что закрыл стрим. Но, как вы знаете, на Новый год был здоровый стрим. Просили подписчики его не закрывать. Вообще, какая у меня была идея? Как вы знаете, на Новый год я делал стрим, но он был не игровой. Он был чисто для того, чтобы начать его в 2018 году и закончить в 2019 году. Я планировал, ну, часа на 3-4 провести, чтобы каждый забегал. Ну, кто-то от стола отходил, подбегал к компу, кого-то поздравлял, обратно убегал. Распаковывать подарки, там, стрелять в фейерверки, салюты и так далее. Но когда я пришел его выключать уже практически под утро, подписчики просили его не закрывать, просили его оставить, что типа, мол, Капандыч, ты иди дальше гуляй, ты иди там, если что, уже уснул, хочешь спать, спать ложись. Я просто пару раз его пытался закрыть. И подписчики просили его оставить, я, короче, его оставлял, и он длился 41 час этот стрим, 41 час, да. Будет, я думаю, прикольно зайти в следующем году, то есть на Новый год в 2020 году, и посмотреть какие-то отрывки с этого стрима, со здоровенного. Кто когда заходил, кого-то поздравлял, там бегал, прыгал и так далее. Блин, прикольная идея, мне она очень сильно понравилась. И молодцы подписчикам, тем, кто забегал и кто просил его все-таки оставить. Потому что этот стрим, я думаю, войдет в историю, было довольно-таки весело и прикольно. Тем более много людей там засветилось. Так, ну ладно, это было небольшое отступление, просто как раз вот перед тем, как мы записываем сейчас с подписчиками этот ролик, я только-только 2 минуты назад закрыл этот стрим, который длился 41 час, Карл! Но было весело, мы даже в конце еще немного поиграли. Играли в основном, конечно же, мы в Рагуль. Так, 9-я волна, маленько я отвлекся.
Друзья, кстати, напишите в комментариях, как вы отметили Новый год, какие подарки вам подарили, где вы отмечали, во сколько вы легли спать, все ли живы-здоровы, никто с оливьешкой, салатом отравился, не отравился, надеюсь, конечно, что все в порядке, но все равно вы напишите, что у вас все хорошо, вы все после Нового года живы-здоровы, никто на улице не замерз, никто оливьешкой не подавился, что все в порядке. Я отмечал у себя дома, мы отмечали с друзьями, пришло куча народу, мы тусили до утра, бедные соседи, там вообще капец. Музло орало на все это, на первом этаже было, я на четвертом этаже, на первом этаже музыку было слыхать, бедные соседи снизу. Мы также плясали всю ночь. В 5 часов где-то начали расходиться гости, в 6 часу, плюс пока я там зарядил посудомоечную машину, пока все закинул, где-то уже где-то 6 было, 7 час. Потом мы еще зашли на стрим, вот, который был здоров, я зашел, там тоже всех поздравил, мы маленько поиграли, потом я пошел спать. А после этого, как я поспал, я потом поехал к родителям поздравлять. Поздравил родителей, подарил там подарки, братьев, сестер, куча там племяшей, бабушки, дедушки и так далее. Ну, о, тихо, я маленько опять отвлекся. Давайте миниганчик куда-то тоже странновато маленько поставили. Давайте также вот сюда. Его надо срочно проапать, друзья. Потому что, видите, невидимых он не видит. На третий уровень его надо проапать. Кстати, давайте, наверное, звуки маленько потише сделаю, сейчас там будет вообще нахлобучивать. Так, и мне нужно его проапать. Но единственное, что хорошо, у меня есть патрули. Я патруль забыл апнуть. Обалдешечки. Вот что называется, на отмечался Новый год, да. Патруль-то у меня вообще по 25. Мне сейчас нужно, чтобы их всех забодать, чтобы у него 60 было. 60? Да, 60, все. Теперь я более-менее спокоен. Так, я сейчас хочу апнуть раз. И апнуть два, чтобы невидимых видела. Так, он же на границе прям стоит, да? Интересно, если я сейчас апну самолет. Мне кажется, он должен видеть невидимых. Капец, как они громко стреляют. Я, наверное, еще потише сделаю звуки в игре. Так, все пучком. Нам самое главное защитить нашу рождественскую елку. Здоровенную, офигенную. Прямо здесь она стоит. Прямо здесь, вот в серединочке, да? Так, самолет, самолет. Забери меня в полет. 777, обалдеть, загадываем желание. Я загадал. 3 семерки денег было. Я успел. Я это сделал очень быстро. Надеюсь, оно сбудется. Так, 800 хп. Ой, 800 жизней. И идет у нас здоровенная армия. Быстро, быстро. Давайте, вот мне сейчас нужно апнуть быстренько самолет для того, чтобы... Все, я апнул. И сейчас миниганчик. Все, видите, я апнул самолет на третий уровень. И наш миниганчик начал видеть Хайдена. Все, и... О, так быстро расстреляли, что ли? Обалдешечки! Это мне уже нравится. Так, давайте я, наверное, сейчас маленечко пофармлю. Нужно апнуть вот эту ферму нам. Ферму на третий уровень за 550. Блин, обожаю я Tower Battles, обожаю. Просто суперски. Так, ого, у нас есть диджейский, это хорошо. Давно в него уже не играл. Наверное, неделю, либо 2 недели не играл. То там рагуль, все там фармил. Надо нафармить на вторую стадию еще татары, да, друзья? Но по тавру я соскучился. Особенно с подписчиками, когда играешь, вообще веселуха. Просто так никого не выкинуло? Нет, никого не выкинуло, все пучком. Все пучком, не люблю, когда кого-то выкидывает. Приходится играть вдвоем против тройка, либо наоборот, втроем против двоих. Так, 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 скоро пойдет босс, большой босс. На 17-й волне пойдет босс номер 2, у него будет куча хэдпоинтов. По-моему, 1600, если не ошибаюсь. Так, 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 раз, и 2 снет пока не хватает. Ну, зато мы можем третью фермочку поставить, давайте ее вот сюда воткнем. Эти залазь, моя хорошая. Раз. Нет, все, пока не хватает. Пока не хватает. Так, самое главное, чтобы здесь вот эти мистери нам не выкидывали боссов. Они случайным образом могут выкинуть боссов. Так, один босс пока выкинут. Пока все пучком, тихо. Пока один босс у нас только всего. Второй босс. Ну, еще терпимо. Главное, чтобы не 5 было. Все, нормально. 2 боссов мы сейчас быстренько раскидаем. Это ничего сложного. Это ничего сложного. Так, глянем, что там у соседей, как дела творятся. И мне надо проапать будет на нашу здоровенную офигенскую ферму. Воу-воу-воу. У них тоже есть миниганчик. Смотрите, тоже есть джип. Так, я проапал. Так, 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 так. И ферму. А, у них ферму здесь вот сверху ставят, да? Ну, я здесь... Всегда мне нравится здесь, в этом ключе ставить. Справа. Я обычно здесь справа расставляю фермы. Вот, конечно, было бы прикольно, если бы еще диджей до ферм дотянулся, для того, чтобы их проапать было подешевле. Было бы весьма и весьма замечательно.
Так, 16-я волна. На следующей волне у нас пойдет Хайден босс. Ой, не Хайден босс, 2-го уровня. Хайден босс пойдет на 22-й волне 1. И на 24-й волне их 3 пойдет. Да-да-да. Так, апаем ферму. Так, пока все пучком. Знаете, что у нас нет? У нас нет сплэш. Сплэш урона у нас нет. Маленько, конечно, нам сплэшем. Вот кидает бомбы наш самолет. Но это очень мало. Сплэша у меня нету, к сожалению. Но еще маленько, конечно, джип там считается как бы вроде бы как за сплэш. И то только на 3-м уровне. Ну и то он там по 5-ке, по-моему, сносит. Либо по 15 уже, не помню, давно их не апал. Но я в основном, конечно, буду наносить урон. Это зедами. Но зеды очень дорогие, 5600, и чтобы их там прапать, тоже нужна куча лавандоса. Поэтому я буду ставить как можно больше ферм. Так, все, 17-я волна. Вот у нас есть босс. Босецкий пытается зарубить нашу елку рождественскую. Не дадим им это сделать. Ты здесь не пройдешь. Я надеюсь. Этот еще... товарищ, нифига себе, какой он шустрый. Попцом своим крутил, вертел, чуть не прошел. Так, вот этих двух товарищей, понятно. Уже одного товарища надо завалить. И некромансер, некромансер. И, конечно, сосредоточиться потом на боссе номер 2 надо будет. Жизни у него просто дофигища. 1600. Так, ферму еще одну апнул. Так, 17-я волна, 17-я волна. Так, 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 нужно еще фермочку. Срочно, срочно, срочно. Потому что на зедов нужна куча лавандоса. На зедов просто куча лавандоса. Так, никого не выкинуло, все, все пучком. А у нас все пучком, а у нас... Ну, чуть-чуть, давай, давай, да, успеть до волны. Есть, успел, да? Успел вроде до волны, успел, я апнул. Так, ставим. Давайте, знаете, что куда? Вот сюда я ферму поставлю, чтобы она была как можно ближе к диджею. Так, самое главное сейчас мне успеть поставить зеда на 24-й волне, чтобы как минимум один зед был. И, кстати, зеда, наверное, я поставлю, знаете, куда? Ну, чтобы он в авиатора входил и чтобы он к диджею был поближе. Куда-нибудь вот сюда, наверное, придется его воткнуть, да? Но самое главное успеть пока до него еще дофармить. Так, остается до фермы. Есть, успел, нет, не знаю, успел, не успел до начала волны, но я постарался апнуть. Так, ну чё? Может быть еще миниганчика? Давайте вот так вот, хоп, чтобы у него радиус был побольше. Отлично. Так, ну пока диджей у нас не апнутый, к сожалению. И дорого, дорого апать. Но мне сейчас надо постараться нафармить 5600 лавандосиков. Так, у меня всего 3 фермы, это по 1500 они приносят. Не, всего 1500. И здесь 1500, 3000 будет. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, пока не хватает на зеда. Ладно, надо еще маленько дофармить. Да, 3600, мне еще нужно буквально 2000. Либо еще волну одну подождать придется. Либо постараться сейчас как можно больше дофармить. 20-я волна. Через 2 волны пойдет Хайден босс. Вот его валить нам некем. Ну, миниганчик, конечно, тоже по нему будет еще стараться валить. Так, 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 все, отлично, отлично. Ставим быстренько, давайте куда-нибудь. Вот сюда зеда поставлю. Все, зед стоит. Все, пучком теперь... О, рельса, что ли? Где у нас рельса? Вон, наверху рельса, это просто суперски. Но рельса у нас не видит невидимых боссов. Это печально. Так, ладно, сейчас будем фармить, друзья. 21-я волна. Вот сейчас на 22-й пойдет здоровенный босецкий. Босецкий, здоровенский. С жизнью у него, по-моему, 800 или 600. Или 800, или 600, уже забываю. У этого 1600, у того, по-моему, 800 будет. Так, 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 так. Ферму апаем. Отлично. Так, 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 так. Здесь мы тоже все рассказали. У нас сплэш урона нет. Сплэш урона нет, это печально. Нам бы какую-нибудь мортирку было бы для общего фона просто замечательно. Потому что елку будет нам тяжело спасать без сплэш урона. Так, и что он там остается? Вот он идет. Видите, опасный дядька. 800 да, хитпоинтов у него. Вот его нужно максимально постараться завалить. А, так, 400 у меня у Зеда.
Два зеда, то есть надо, чтобы в него воткнулось. Давай, 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 давай. Сейчас надо как можно больше ему еще урона нанести, чтобы зед выжил. Зед нет, зед не выживет, к сожалению, зед не выживает. Все, вроде бы все нормально. О, уже смотрите. Нет, мне показалось, либо где-то ферму можно. Да, нет, 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 мне ж 3600. А, 3600 это не ферма была, все, я понял. Так, апаем ферму раз, апаем ферму сейчас. Быстренько успеть, успеть, успеть. Все, успел. Две фермы у меня уже 5 уровня. То есть каждая ферма 5 уровня приносит по 1500. Ну, не золото, как у... Долларов. Да, долларов. Доллары живут здесь. Золотишко. Золотишко, золотишко. Так, еще могу поставить. А вот сейчас пойдет на 24-й уже 3 штуки. Вот здесь пока сейчас не фармим, друзья. Давайте я поставлю еще одного зеда. Сюда влезет, а нет. О, отлично, влазит. Отлично, он влазит. Это просто суперски. Так, и сделаю еще потише звук в игре, потому что сильно они стреляют. Тарахточат. Сплэша нету. Это просто жесть, друзья. Без сплэша очень тяжело. Так, давайте тогда я проапаю, наверное, зедиков еще. Мне нужно, кстати, чтобы они ракетами стреляли. Тогда будет сплэш у нас. Хоть какой-то будет сплэш. Давай, давай, давай. Главное, чтобы зед выжил. Нет, не втыкайся, не втыкайся. Отлично. И здесь, пожалуйста, не втыкайся. Так, 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 так. Апаем зеда раз. И апаем зеда... Нет, нет, нет. Вот здесь вот надо, чтобы с ракетницами было. 3900. Есть. Все, два зеда есть. То есть, два зеда у меня есть. Но один первого уровня, а второй третьего. И у него уже есть ракетницы. Вот, вот этот самый опасный момент, когда идут у нас хайден боссы. Их бывает очень тяжело завалить. И многие на этой 24-й волне, ну уже сейчас идет 25-я, очень часто запарываются. Вот есть у нас уже сплэш хоть какой-то, видите, Зед стреляет сплэшем. Ракеты у него летят. Надо второго, наверное. Нет, давайте сначала я ферму апну раз. И теперь буду стараться на Зеда. Еще одного, чтобы он стрелял ракетами у нас. Все, вроде нормуль. Еще даже выживает, смотрите, 74 осталось хитпоинта, 74 осталось, давай. Живи, дружище, живи. Раз, два, все. Два зеда у меня третьего уровня. Теперь можно маленечко и пофармить. Так, 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 так. Раз ферма. Два ферма. О, у нас уже диджей апнутый. Диджей апнутый, это хорошо. Так, сколько у меня ферм? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, нужна еще одна. Зеды очень дорогие. Вот сюда поближе к диджею я поставлю. Уже видите, уже дешевле у нас стало на 10% из-за диджея. Дешевле апать. Так, 3600. Иху! Мы затащили. Good game. Друзья, мы спасли нашу рождественскую елку. Я, правда, даже еще не успел забежать, глянуть там, где они споткнулись. Но, как я говорил, 24-я волна очень тяжелая. Все, друзья, мы справились. Обалдешечки, было весело. Мы закатали первую катку в этом новом 2019 году. Все, друзья, пользуясь случаем, поздравляю вас еще раз всех с Новым годом. Здоровья, счастья и успехов. С вами был Капанда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.